Все, переподрубилось, да? Я официальный стример Каша, один из самых лучших популярных стримеров. Я хочу, чтобы контора Билайн обанкротилась в ноль, блядь. Я хочу, чтобы все оттуда были уволены нахуй. Я ненавижу контору Билайна. Блядь, контора Билайн, контора хуесосов последних. Я клянусь, блядь. Не покупайте никогда Билайн. Продавайте нахуй Билайн. Не сдавайте квартиру Билайну. Вернем свои земли. Я ненавижу, блядь, Билайн. Ну в натуре, что за хуйня? В два раза, блядь, за час, блядь. Чего, блядь? Вы ебанулись нахуй там, контора Билайн, блядь. Я сейчас, блядь, позвоню нахуй просто. Я сейчас буду звонить, спрашивать. Сейчас, секунду. Я прям, ну, буду звонить. Билайн поддержка. Билайн поддержка. Вот, номер. Сейчас я позвоню и спрошу нахуй. Что за хуйня? Почему вы охуели? Вот я с такой фразы начну. Здравствуйте. Почему вы охуели? Почему вы у себя сейчас в офисе сидите охуели просто? В моменте охуели, пизданулись. Так, сейчас позвоню. Все, звоним. Билайн, контора Добро хуесосов. пожаловать в Билайн. Билайн, Как контора можете хуесосов. Билайн, Виктория, чем могу помочь? Здравствуйте, у меня интернет просто берет, там врубается, врубается. Я сейчас, ну, расстроен из-за этого. Мобильный, домашний? Домашний. Я поняла вас, я сейчас вас переведу на технику по домашнему интернету, просто попали на мобильную связь. Ну, вам более точно тогда подскажет, хорошо? Хорошо. Все, оставайтесь на линии, тогда не отключайтесь. Вам всего доброго, до свидания. Ребята, домашнее задание слушаем. Какого вопроса? Сейчас, секунду. Извиняюсь. В Определи. общем, короче, у меня интернет просто берет, включается, выключается. То есть, там кто-то сидит, рычажок, походу, дергает, ну, в моменте, чтобы я там, без интернета сидел. Я вас понял. Вы могли бы только подсказать, у вас номер лицевого счета? Номер какого счета? Номер лицевого счета, то есть он начинается, как правило, на 08. Номер лицевого счета. И либо, может быть, номер телефона, который привязан к договору. Хорошо, давайте проще, давайте поищем по Нет, адресу. я извиняюсь, просто я сейчас понял то, что я за А, вы интернет-то не поищите. платил просто 2 месяца. Все, тогда вопросов к интернету нет, за свои деньги топ. Я извиняюсь, я просто в моменте сейчас помню. Я в натуре, я же 2 месяца не плачу. Я собирался заплатить, но в Москву полетел. Ладно, Билайн не контора хуесосов. Я в натуре, я в моменте вспомнил то, что оказывается, я за интернет, ну, не платил. Да и похуй, блядь, ёпта. Номер лицевого счета, а жопного счета вам не надо? Заплати сейчас, ёпта. Да похуй, ёпта, работает и работает, блядь. Мне похуй, там просто, он стоит до хуя. У меня поэтому вопросы были, блядь. Стоило бы 200 рублей, вопросов бы не было. Так.